Германские войска напали на нашу страну. Атаковали наши границы во многих местах. Из тонких строек песка на столе появляются картины Великой Отечественной войны. Самолеты, танки, пехота. В своем анимационном фильме Георгий Кулябы хотел показать все, что пришлось пройти его прадедам в те суровые годы. Они ради нас своей жизнью рисковали. И благодарим, мы сейчас мирно живем. Если бы не они, мы бы сейчас жили не так мирно. Кино в технике песочной анимации Георгий создавал почти год. Чтобы точнее передавать атмосферу происходящего, смотрел исторические фильмы, читал книги. Картины сражений давались нелегко. Некоторые фрагменты приходилось перерисовывать по несколько раз. Но подросток с завидным упорством кропотливо работал над каждой деталью. Преподаватели творческой студии уверены, через художественные средства тоже можно воспитывать чувство патриотизма. Этот день победы! Через художественные средства проще и объяснить, и показать, и рассказать. И ребенок, рисуя, всегда играет. То есть он вовлекается в этот процесс, ему приятнее и понятнее все, что мы делаем. Патриотизм воспитывать можно любыми способами. То есть рисовать и красками, и песком, и делать фильмы, и рассказывать, и показывать. За 13 минут в фильме рассказана история от начала войны в 41-м до наших дней. Вечный огонь, бессмертный полк, годы идут, но память о подвиге советских солдат жива. Короткометражный фильм «Великая память» покажут в школах и библиотеках города. Лариса Шалафаст, Артем Сулайманов. События.